Приветствую всех любителей ножевой тематики. Некоторое время назад, где-то недели полторы, получил мейл от Павла Сандера, всеми нами уважаемого, где он мне сообщил о том, что выслал мне какой-то дарчик. Это было сюрпризом, ну интересно. Вот дарчик приехал. Сейчас будем открывать, смотреть. Даже не догадываюсь, что там он прислал. Словенская почта. Тут адрес мой написан и обратный адрес непосредственно на самом содержимом. Оторву и покажу. Заинтриговал, называется. Вот так вот выглядит это все. Пока не с... бумажки в сторону. Вот такие вот у нас ножны. Жесткий подвес. Но с такой опцией под свободный. Что самое главное. Чик. HSS. Что-то там в совете. Или это русский быстрорез. Приветствую, Слава. Ну-ка. Теперь надо отлепить все это. Эту. Вот. Я так понимаю, или мне так кажется, что это тот клиночек, который у него обломился на тесте герберовский. Может быть, я ошибаюсь. Надо у него будет уточнить. Потому что тот тоже был быстрорез. Ну, заточенный. Смотрим бумажку. Ну, чтобы сомневался. Нож от Павла Сандера. Рукоять, я так понимаю, рог. Чей-то. Болистерок. Ну, очень аккуратно так сделано. Душевно, я бы сказал. Ноженки вообще суперские. Чик. Почему такой вот сюрприз? Такой вот дарчик от Павла Сандера. Приятный. Все. Подробности уже, наверное, под видео. Что за нож. Все. Благодарю за внимание. Пока.